Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Кроша, это прохождение замечательной игры под названием Radiant Defend, друзья, да, эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да. И сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, да. Итак, у нас 22-я волна, это будет за... Здесь мы завершим вот эту вот карту, где, надеюсь, мы уничтожим и... босса. Так, давайте посмотрим, как будут уничтожаться вот эти всякие летающие блохи, мухи. Надеюсь, все будет нормально. Так, давайте ускорим это дело, потому что у нас все-таки волн здесь намного больше. И время надо, друзья, экономить. Так, отлично. Первая волна сдулась. Вторая волна тоже потихоньку погибает. Смертью храбрых. Так, отлично. Так. Да, смотрите-ка. Но, как видите, не судьба ей долететь. Точные выстрелы моих гауссов, они всегда, моих лазеров, они всегда попадут в цель, друзья, да. Так. Поставим пока сюда и посмотрим, сколько у нас. 900, друзья, 900 это... огромная сумма. Давайте поставим здесь и улучшим. Давайте до суточки улучшим. Угу. Так. Так, ну ладно, давайте так и оставим пока. Давайте начнем. Кто там выходит? Уже даже не страшно, их очень мало. Так что они ничего уже нам не смогут противопоставить. Наши мощные лазеры просто стерут их порошок. И все будет кончено сразу же. 23-я волна, друзья. 23-я. Да, кажется, как будто их прям до хрена. Но, друзья, ничего страшного. Как только дойдут они вот до сюда, все будет кончено, друзья, сразу же. Так, замечательно. Мы их сдерживаем. Наш страж помогает нам улучшить, убрать их броню. И вот и все, друзья. В принципе, видите, они не стреляют, кстати. Так. Ну, вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо мы справляемся. Так. Да, уже волна такая уже покоцанная сильно. Многие уже пали во время перехода сюда. Вот к этой точке. Но ничего, ничего. Волну мы, друзья, прошли. Это видно сразу же. Так. Отлично, друзья. Сейчас еще купим пушечку. Так, нельзя пока соточка. Так, и здесь соточка. Давайте купим вот здесь вот. Поставим вот сюда гаусса. И также его улучшим. 580, блин, что-то я не посмотрел. Так. А что тут? Да почему тут нельзя? Ладно, пускай подкопим еще. Пускай пока вот здесь вот так вот будет. Я потом решу, что тут. А, ну да, тут нельзя. И вот здесь вот тоже нельзя, видите? Так. Так, а как тут можно сделать так, чтобы они... А, нет, сюда так нельзя, да? Так, ну ладно. Так, ну ладно, тогда будем действовать просто. Так. Так, ну ладно.
Сюда тоже не можем поставить. Зато можем вот сюда поставить. Превосходно. Так. Ну что ж, друзья, давайте начнем. Этого мы улучшили. Да, 80, 80, 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100, 100. Ну, почему это 80? Ну ладно. 500 потратить. Ну давайте потратим. О, у нас, кстати, еще один камень откуда-то взялся. Так, сюда не можем больше, да? Ха. Теперь у нас два камня, друзья. Так. Ну что же. Тут тоже не можем. Так. Пускай вот здесь вот подольше идут хотя бы. Но тут они, да. Давайте вот здесь уж поставим. Вот так вот. Потом еще вот, да, вот так вот сделаем пока. И давайте начнем. Сколько уже можно тянуть? У нас время-то не резиновое, друзья. Давайте. Я думаю, мы всех сделаем. Пока даже они сильно не продвигаются, вот эта вот волна. Потому что все наши гаусс-пушки, наши мощные лазеры направлены только в одну, ну, вот сюда вот. То есть уничтожают сразу полностью эту волну. Это, кстати, они, у них есть регенерация, друзья. У желтых вроде бы нет. Что ж, нам замечательно. Если я не путаю, конечно, ничего. Так. В принципе, неплохо валим их. Хотя тут уже начинается все. Желтые дошли и прорыв пошел. Прорыв пошел, но ничего страшного. Ничего страшного. Да, сколько ж их. Смотрите, просто идут и идут. Тут еще даже не закончилось, друзья. И зеленые тут еще идут. Зеленые должны вот здесь быстрее закончиться. Так, ну же, давайте, парни. Да, смотрите-ка, просто... просто их до хрена. Они идут и идут и идут и идут. Может быть, еще одну вот такую вот установить? Не знаю, друзья. Скорее всего, не надо пока. Не надо пока лишний раз, друзья, тратить деньги. Не надо. Так. Ну, посмотрим. Так, ну да, тут что-то их как-то до хрена. А вот они наконец начали кончаться, и они сюда не могут пока. Ну, пройти. Так, это для меня очень-очень хороший признак. Так. Ну все. Давайте, парни, последние. Кстати, там нет последней? Ну, пока нет, да. Неплохо нам принесли они денег, хотя думал я, что за них дадут намного больше. Потому что всего 700, друзья, сейчас. Так, отлично. И, так, чувак, уйди. Так, это кто такие? Солнечные тарелки. Ну, ничего, ничего. Давайте вот здесь вот тоже установим еще одну такую пушечку. Так, 60. Кстати, а почему вот здесь все по 100? Неужели я так быстро улучшил их? Вот не знаю, друзья, не знаю, не знаю. Давайте фиксим. Поставим, чуть-чуть улучшим. Отлично, да. Тут они хорошо тут зайдут. Так. Да, нам уже некуда.
Да, вот сюда бы как-нибудь, чтобы они сюда заходили. Ну ладно. А давайте куда? Куда попало, друзья? Будем ставить. Потому что нам они, походу, уже больше не нужны. Ну, вот так вот, в принципе, можно. Ну, так они дольше будут идти. Ну, давайте вот так вот сделаем и вперед. Вроде бы купили всех. Так, да. Чё, одну... Нет. Они еще не вышли? Да, они еще не вышли. Я думал, что их уже уничтожили. А уничтожаем пока только вот этих. Видите, как они умно начали делать? Эти тормозятся, пока эти половины не пройдут. И потом только вот эти начинают. Ну ничего, нас так просто не взять, как говорится. Так, да, огромные просто волны. Наверное, надо было бы лучше разделить эту серию на две части. Ну да ладно. Надеюсь, друзья, вам не скучно слушать меня и мои комментарии и смотреть эту замечательную игру под названием Radiant Defense, друзья, да. Так. В принципе, они уже почти погибшие. Кстати, а у меня ускорения не было. Ёп, макарюк. Дырявая голова, ну ничего. Я еще думаю, что-то они так медленно, думаю, идут. Как будто что-то тут не то. Отлично. Сразу ставим сюда. И давайте 600. Давайте еще одного вот сюда поставим. В принципе-то все. 470. Ё-моё. Как мы просели, друзья, по деньгам. Вы смотрите. Это очень-очень плохо. 4. И здесь 4, да? Ну ладно. Давайте быстренько, сразу же. Просели мы очень-очень знатно по деньгам. Что не заставляет меня не задумываться. Так. Посмотрим, как они будут действовать. Отлично, так. Почти всех уничтожили, друзья. Сейчас будем только апгрейживать пушки, наверное, пока. Потом, может, еще одну куплю напоследок, если останутся деньги. До соточки всех догоним, потом будем уже качаться после соточки. Так. Что-то эти вообще ребята какие-то слабые пошли. Дайте нам посильнее парней. Да, конечно же, я говорю о боссах, друзья. Побыстрее бы нам босса. Охота его вальнуть. Так. И смотрите, из этих волн самые-то мощные дошли всего двое. Причем мы их уничтожили очень-очень быстро. Ну что же. Отлично, палтишок есть. Ничего я пока не буду улучшать. Потому что не... Вот сюда вот мы еще воткнем одну пушку, друзья. Но это потом. Сейчас пока не будем тратить филки. Хотя хотелось бы, конечно. Ну ладно, давайте. Напоследок еще. Видели, какой просто зал был? Просто экшон, друзья. Экшон просто. Инопланетян просто до хрена. 39. Так, здесь тоже 39. Да, до хрена их, конечно. Но ничего. Мои вот эти только меня пока выручают. Мои пушки судного дня. Мощные лазеры. Я их просто буду называть лазеры, друзья. Потому что пушки судного дня. Это так долго, друзья. Мы все привыкли в последнее время, что сокращать слова, фразы. Так что будут просто лучи лазером. Да, отлично. Они даже теперь не доходят вот до сюда, где основная мощь всей моей артиллерии уничтожила бы их. Так, да, я еще запинаюсь, друзья, там болезнь, но ничего. Так, вы уже, наверное, слышали раз 40, я прошу прощения за это, но лучше лишний раз напомнить, чем потом услышать... Прочитать какой-нибудь извительный комментарий, что типа так и так. Ну да ладно, так. Отлично, у нас уже 28-я волна. Мы идем как можем. 700, давайте купим, давай купим последнюю пушку и будем просто и потом качаться.
Нет, не будем пока улучшаться. До соточки все догоним. Я пока не буду сейчас идти. Я пока проверю все, сколько мне надо. Раз. Два. Три. Три пушки, короче, мне надо, друзья, улучшить. И все будет нормально. О, смотрите, просто биг, биг ред, друзья. Но, надеюсь, мы ее вольнем, и из нее ничего не высыпется. Да, отлично. Потому что, помните, прошлый босс, он... Его убиваешь, и из него прям тысяча ребятишек вылезает и бежит к этой спиральке. Так, лазеры какие-то не очень теперь справляются, и это меня огорчает. Так, а сколько? Это 28-я волна, скоро будет 29-я. Наверное, я тормознусь, друзья, потому что серия очень огромная получается. Да, я говорил, что это будет самая большая серия. Но не хочу я, чтобы она была такой уж большой. Да, вы меня понимаете. Так, отлично. 800, и улучшимся уже, наверное, в следующей серии. А я, наверное, с вами попрощаюсь. С вами был, друзья, Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь на него, ставьте пальцы вверх, и увидимся уже в следующей серии. Да, кстати, присылайте интересные игры. Название игр, друзья, которые вы хотели бы увидеть на нашем канале под названием Крош ТВ, друзья. Да, я, наверное, с вами попрощаюсь. С вами был Крош. До новых встреч. Пока-пока.